Здравствуйте, вы смотрите новости рынка Форекс, с вами я, Екатерина Недачина. Мировую экономику уже не так пугает прогнозируемый Всемирным банком спад. Ряд стран демонстрирует позитивные данные относительно своей национальной экономики. К ним относятся Великобритания, США, Канада. В связи с этим Резервный банк Австралии на своем очередном заседании принял решение оставить свою процентную ставку без изменения на 4,25%. За 2011 год ставка снижалась дважды. У австралийского регулятора на сегодняшний день одна из самых высоких процентных ставок. Таким образом, у Резервного банка сохраняется значительный набор инструментов влияния на ситуацию в случае рецессии мировой экономики. Кроме того, Австралия показывает положительную динамику на рынке труда. Безработица снизилась в январе до 5,1% и в будущем окажется еще ниже, так как был отмечен рост найма новых сотрудников. Однако есть факторы, вызывающие недовольство Резервного банка. Например, завышенный курс австралийского доллара, который негативно отражается на показателях таких секторов экономики, как экспорт, туризм и образование. Будьте в курсе новостей вместе с компанией InstaForex. И всего вам хорошего!